Наверное, тяжело человеку, который любит работать руками, смириться с диагнозом паралич четырех конечностей. Тяжелее смириться с тем, что четверо уродов убили мою жену. Не смей ее трогать! Если бы я только мог их найти. А что, если я скажу, что у меня есть способ поставить вас на ноги? Я называю это STEM. Чип, который может изменить будущее. Это новый, улучшенный мозг. Боже. Я STEM. Система, управляющая твоим телом. Стой, тебя еще кто-то слышит? Нет, только ты. Могу я кое-что показать? Это видеозапись полицейского дрона. Сэр Брантнер, морская пехота, адрес 414 Citrus New Grounds. Вам нужен план. Я разберусь. Это не похоже на продуманный план. Стэм, помоги! Для перехода на автопилот требуется разрешение. Разрешаю переход! Спасибо. Какого? Господи! Лежи смирно. Стэм, у него нож! Я вижу. Теперь он у нас. Полный контроль над телом снова у тебя, Грей. Если ты как-то к этому причастен, мне стоит это знать. Я был в том районе, детектив. У него пистолет, имплантированный внутри руки. Стэн, как думаешь, что мне делать? Рули, Грей. Воу-воу-воу-воу-воу! Мужик, а ты живучий! Я не могу позволить нам погибнуть. Мы закончим дело, которое начали. Представляешь себе, я ниндзя. Согласно техпаспорту, я не ниндзя.